прихожка небольшая такая. Тут получается сам узел. Ольга Юрьева радуется банальным вещам. Не мудрено. Санузла в ее старой квартире не было. Огораживали унитаз и ванную прямо в комнате. И все это на 17 квадратах. От барака, в котором жили Ольга, ее муж и трое детей, остался только этот пустырь. В 2013 году здание признали аварийным. 2 года назад в доме рухнула стена и жильцов выселили. Все это время многодетная семья жила в съемной квартире за свой счет. При этом Ольга слышала один ответ – жилье вам не положено. Поболее, конечно, и поуютнее. Я говорю, там вообще ничего в бараке не было. Там просто была комната, ни санузла, ни ванной, ни воду, как, ну, этот, кто он, трубы. Вообще ничего. Мы провели канализацию, поставили унитаз, поставили ванну. Ольга и ее муж поехали в прокуратуру железнодорожного района. И после этого семье выделяют квартиру. Хотя переселить Юрьевых должны были еще 7 лет назад, до 2015 года. В установленный срок жильцы не были переселены, в связи с чем прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации города Барнаула предоставить надлежащее заявителям жилое помещение. Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме, а семье предоставлено благоустроенное жилое помещение, в полной мере отвечающее санитарным и техническим требованиям. О том, что вся семья сможет переехать в благоустроенную квартиру, Ольга узнала 2 месяца назад. Сейчас Юрьевы потихоньку обживаются на новом месте, закупают мебель и уже через месяц планируют отметить полноценное новоселье. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.